Нас готовили 10 лет, чем мы занимаемся? Ну это... Вот чем мы занимаемся, Данил, а? Я не знаю, пойдем. Как дела? Нормально. Как дела, Джо? Вот так нормально. Дела, да? Как дела? Нормально. Джо, смотри, что покажу. Джо, иди сюда. Это мой пистолет, Джо. Нихера себе. Видишь? Да, вижу. Охрененный пистолет, да? Дай-ка подержать. На. Твою мать. На. Да ёперный театр, ты только усложнил все. Хватит патроны тратить на моем пукалете. А то, что я нашего стреляю, это ничего страшного, да? Не надо в нашего стрелять. Вот так, смотри. Смотришь? Не поворачивайся. Не поворачивайся. Данил, справа, справа. Не поворачивайся. Хорошо. Пока не смотри. Не хорошо, смотри. Хорошо. Интригант хренов. Джо, ты меня не видишь, Джо? Да как бы нет. Наверх посмотри, Джо. Да ёб твою мать, а что ты забыл? Привет, Джо! Как ты туда попал? Подожди, а как ты попал? Ты можешь лазить, смотри, по всяким объектам. Слазь оттуда, короче, слышишь, что? Надоел уже. А, стой, я не дотягиваюсь до дерева, почему? 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 Что-то пошло не так, Данил! Что-то... Давай, Джо, падай! Ладно, понял. Джо, падай, я ловлю тебя, Джо! Нет, я хочу знать, где здесь вершина! Сука! Я ловлю тебя, давай! Нет, нет! Да я ловлю тебя, братан! Подожди. Подожди, надо понимать, что все это происходит. Вот ты долбанный бабуин, долбанный гу, куда ты залез? Реально, ты, сука! Я поймал тебя. Я тебя вот на это поймал. Это было страшно, чувак. Пойдем, короче, на задание так-то, пойдем. Идем. Ладно. Пойдем, возьми себе оружие какое-нибудь. А где брать оружие? Расскажи. Вот здесь, смотри. Вижу. На. Граната. Держи. Убегай! Ну ты мудень. Мы, кажется, кого-то убили. Ну ты мудень, Данил. Мы таки убили меня. Мы кого-то убили. Ладно, пойдем. Подожди, а я могу взять себе две винтовки? Да. Клево. Почему нет? Научись стрелять сначала. Да я умею стрелять, доверься мне. Ну что ты делаешь? Да, это моя обойма. Сигалина твоя. Да, яй. Да что с тобой происходит? Все. Да ты. Ты мудень, да нет. Ты не тиммейт, ты мудень. Так, то есть. В смысле, я не такой? Гранатами, да? Да, только аккуратнее гранатами обвешивай себя, это ничем хорошим, как правило, не заканчивается. Я тот еще шахид, только ты опять спер приклад, сучка. Данил, ты сейчас получишь. Вот проворный Данил, а? Данил быстро разучен. Ты уже готов, да? А, нет. Оп. Где ты там? Ладно, пойдем, все. Не стреляй, сдохну. Хорошо, ты не выдергивай меня в бойму. Пойдем, да ты застал меня. Пойдем на задание, человек дебилы себе ведем. Я готов, мы спецназовцы, мы спецагент, нас готовили 10 лет, чем мы занимаемся? Ну это... Вот чем мы занимаемся, Данил, а? Я не знаю, пойдем. Пойдем, хрен с тобой, буду без обоймы стрелять. Один патрон там всегда будет, подожди, сейчас я его заряжу. Все, выдираю, у меня есть один патрон. Пойдем. Как ты смирился просто с безысходностью. Это враги, чини. Вот. У меня есть один патрон, не забывай. Все, я убил человека. Один патрон одного чувака ты завалил, да, то есть? Да. Нифига ты машина. КПД у меня очень даже не... Ой-ой-ой-ой, меня попали, я ранен. Живи, давай. Есть бинты. Бинты есть. Давай, раскладывай их. Я раскладываю потихоньку. Вот есть. Так вот. Тут наши нам все помогают. Наших победили. Идем. Погнали. Фига, у тебя там прицел, блин, понятно. Ну вот этот дерьмовый прицел, посмотри, это вал, у меня вон на вале нет приклада. Как думаешь, почему? У меня его кто-то украл, я не знаю, кто мне его украл, а новый найти не могу. Кто стреляет, откуда? В окне. В окне тело. Убил. Минус тело. Хорошо. О, Джо. Посмотри на меня, Джо. Хватит в меня целиться. С чего целиться, с рук что ли? Не снимай мне приклады. На, забирай вот это, себе повесь куда-нибудь.
А, так можно прям в реал-тайме вешать? Ну да, ты что думал? Как дела? Нормально. Как дела? Нормально. О, смотри, там дробовик на стенке, надо тебе? О, давай. Слушай, ну вообще прям топово. А перезаряжать как? А как с него стрелять вообще, подожди? Надо выкинуть МПшку, она мне больше не нужна. Да? Пойдем дальше, у нас миссия так-то. А как перезаряжать? Как его шликать? Говно какое-то, пойдем. Без понятия, честно говоря. Офигеть, VR, мне кажется, не хватало такой игрушки. Определенно. Я тебе говорю, это вообще Battlefield виртуальной реальности какой-то. О, вспышка. Враги, осторожно. Так, не зря прицел повесил. А я, походу, зря, потому что не попадаю. Они вертолет сбили нас. Или не наш. А кто меня стреляет? Нет, прицел говно, в прицеле я вообще не вижу. Где мое оружие? Возьми его. Наша положили, минус один наш. Сука, перезарядка. Перезаряжайся чаще. Я понял. Чтобы потом не передергивать затвор. Я прикрою, попали. Если что. Попали, пидоры. А, это наш, блин. Опять перезарядка, да ладно. Вчера мне потом. Тут часто игрушки заканчиваются. Эй, что происходит? Минус один. У меня только эта вапа есть, прикинь. А можно прицел спекаль на вапу поставить? Я думаю, что да. О, я одного снял. Нифига я крутой вообще, вапер. В CSGO могу теперь на турниры ездить. Так, слышишь, я тут только похвалил игру, да? Ну? Вылетел, получается, перезашел и оказался без оружия. Данил, ты должен меня спасти. Я в том же доме, где мы с тобой вооружались. Твою мать, патроны. Хочешь лампу на лампу, короче? Давай. Нужна лампа. Где этот дебил? Я тот чё, вапер, короче, лучше с валом без приклада побегаю. Идем дальше. Слушай, а ВП с коллиматоркой, это довольно-таки интересно. Да, интересно, вообще ржу не могу. А как мне прицел отсюда снять-то? Можно вообще его снять как-нибудь? Без понятия. Нифига он не снимается, походу. Короче, пистолет с тем прицелом, это близи, дерьмо какое-то. Справа, справа, Данил. Открой меня. Вижу. Да что ты, не перезарядилась, а вас играл. Сволочь. Мне жопа, я пошел в канаву. Так, я посижу так, в канаве. Прикрываю, Данил. Ага, минус давай. Справа убрал. Пошел отсюда. Есть так, минус один. Ты убрал, хорошо, молодец. Так, все, остались только дальние. В ангаре, смотри, там еще. Вижу. Минус два. Блин, не попал. Перезаряжайся чаще. Ага, по-моему, говорю, снеги здесь будет. Это возьми калаш, лучше возьми калаш. Еще один. Подожди. Можно тебя повесить, авапа? Да, можно. Нифига у меня расход патрон. Ты посмотри, как я авапу повесил. В ангаре много. Иду. Нифига у тебя авапа модно висит. Снял. Красавчик, так, продвигаемся. Вижу. Вот это мы хорошо сейчас его. Это да. Так, еще есть, вижу. Снял. Хорош. Еще. Снял. Не сходи и сдохни. А в меня ни разу не попали. Ага, попадай в меня только. Перегруппироваться. Тут юмбы валяются на полу всякие. Поразбросали. Юмба тоже тема. Поговорить с цивилизованным. Ой, блин, какой-то страшный дядь. Ты кто? Чё с тобой не так? Чё ты тут делаешь? Ты дурачок, что ли, совсем лысый? Да заложник, наверное. О, бедненький. Пугали, наверное, не кормили тебя. А? Ты его пожалел, всё? Да, всё. Ты ему чё бы в печень выстрелил? Идут. Слышишь? Идут. Вон они. Я на позиции. Вон они в лесу, минус два. Сука, перезарядка. Еще один идет, аккуратней. Заходит. Все. Как это было близко и ужасно. Да ты вообще стрелу. Еще один. Минус. Молодец. Надо мне на что-нибудь поменять, однако. Винторез какой-то устал. Нет, тебе цель указатель нужен, с ним будет проще. Откуда? Указатель, не понимаю, да. Кто стреляют. Минус. Хорош. И это я первый день спецназа. Же. Ты чё, наши легенды нас готовили 10 лет. Дурачок, что ты говоришь такие вещи?
Хочешь, чтобы нас выгнали? Нет, я никому не расскажу, это что я по блату взял вчера. Ну смотри мне, блин, а то и меня выгонят с тобой. Переступай. Я пытаюсь перепрыгнуть. Господи, кого я взял спецназ там? Ой, блин. Ладно. Зашибись. Просто бесследно. Твою мать! Что это было? Как минимум ядерный взрыв. Ядерный? Мы бы все подохли. А что у тебя есть? У меня только АВАП осталось. Ты задолбал оружие казенное терять. Слева, справа в лесу вспышка. Это не казенное, это было террорист. Сука, он не перезаряжен. За стеной, иди ко мне. То есть тебя положат там. Вижу. Видишь, где я? Вижу тело. Да тут тело дофига и больше. Мы перегруппировались, бляха. А мы с тобой как дураки. Ладно, я по кустам обойду сейчас. Смотри, там может быть много. Давай, я иду на перегруппировку. Давай. Вижу одного. За аванпостом два еще бежало. Попал. О, еще один, бляха. Заряжай. И тут в лесу, да хрена и больше. Джо, давай ко мне назад, иди-ка. А то сейчас поломаем здесь. Бегу, 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 бегу. Давай. Отсюда будем их отстреливать. Надо защищаться. Твою мать, как их много. Я прикрою так тебя. Я пока сяду здесь и перезаряжусь. Давай. Так, ну они что, в лесу, откуда шмаляют, не понимаю. Бля, не попал. Ты видишь кого-нибудь? Да, да, много вижу. Минус один. Так, я вижу тоже. Вау, откуда? Минус один. Минус один. Минус один. Давай, раскладываем их. Пытаюсь. Попал. Постой, сладенький, подожди смерти своей. Так, офигеть, их в лесу там набежало. Нифига он прыгнул рыбкой. Так, с одной стороны защитил все. О, внутри есть уже. Внутри уже? Твою мать, вы что, дебилы? Что это? Это артобстрел, что ли? Отойди подальше. Я в центре сижу. Мне сыпят там. Ебать, эти кто-то передо мной упало. Вы дебилы, что вы делаете? Охренеть. Сдаюсь. Это был авиаудар наших? Надеюсь, да, ну все, мы выжили. Отбились. Это было сложно. Это было люто. Ты жив? О, все? Да? Это да. Мы прошли? Идите, обниму. Так, пятюльку давай. Да, ну, давай, красавчик. Давай, обнимашка, давай пятюльку. Давай. Все, давай. На тебе пятюльку, давай, пятюльку. Давай. Хорош. Ты дышь, давай. Все, ой, мы оружие, смотри, открыли. АВАПу открыли. Куча всякой фигни открыли. О, приклады открыли. Прицелы, целеуказатели. О, нифига мы крутые. Дигл есть, клево вообще. Вообще шикарно. О, мы уровень следующий открыли. Да. Ребят, ну что, вам понравилась игра и вы хотите следующего прохождения от меня и от Джо на этом уровне? С вас лайк и комментарий, что вы хотите увидеть следующий уровень. С вами был, собственно говоря, Квантум и Джо. Это был Zero Calibur же, да? Четкий спецназ. Четкий спецназ. Ты вообще первый день здесь, я тебе по блату взял. Так что не гони.